Это модели тех самых первых железных птиц авиаконструктора Игоря Сикорского. Идею создания вертолета он подсмотрел из рисунков Леонардо да Винчи. Разрабатывал и мастерил их во дворе отцовской усадьбы, еще будучи студентом Киевского политехнического института. Это вот первый геликоптер, который, на жаль... Это вот первый вертолет, который, к сожалению, так и не смог подняться в небо. Тогда Сикорский его усовершенствовал и создал вот такую вторую модель. Она смогла подняться над землей, но без пилота. В США в 1939 году он создал первый вертолет, который сам испытал. Он удачно полетел, и это было предзнаменованием эры вертолетостроения. В Америке конструктор основал собственную авиационную компанию «Сикорский Air Engineering». Синхронно с разработкой новых самолетов он первым начал выпускать вертолеты. Компания стала ведущим производителем этих машин в мире. А модель С-55 совершила первый трансатлантический рейс. Много было выработано разных модификаций. Много было произведено различных модификаций. Они задействованы в разных сферах жизни. Работают как воздушные госпитали, эвакуируют раненых оттуда, где не может приземлиться самолет. Вертолеты Сикорского тушат лесные пожары, стоят на вооружении разных стран мира. Также в центре выставки модель самолета БИС-2. На нем Сикорский впервые поднялся в киевское небо. Сконструировал его совместно с коллегой Федором Былинкиным. Название состоит из первых букв фамилии изобретателей. Пока посетители рассматривают экспонат, школьник Максим уже принялся моделировать собственный самолетик и даже придумал, как его назвать. М1, М2 или МН1. Ну, потому что Максим на зиму. Сконструировать авиамодели, как у Сикорского, в музее могли научиться и взрослые, и дети. Мастер-класс проводит авиамодельных дел мастер Александр Скорынин. Инструктирует, чтобы самолетик полетел, важно учесть все до деталей. Для начала я беру реечку, прикрепляю к ней грузик. Затем склеиваю хвостовое оперение. Это делается для того, чтобы попасть нам в центр тяжести. Мы это делаем для того, чтобы потом не подгружать, не разгружать нос, а сразу приклеить крыло в нужное место. 5 минут и самолетик готов. Пока что Максим запускает игрушечную модель. Но в будущем, как и Сикорский, мечтает сделать выдающееся изобретение и стать украинцем, которого знает весь мир. Олеся Гурбик, Руслан Белозеров, UATV.